Ой. No, I just look. Hello. 2000 My card. Credit card? Yeah. It's too small amount. Cannot pay with. It's too small amount. The minimum is $3.5. Окей. Да я понял. Ну ладно, мы ее забыли дома. Ну ладно, окей. Жвачка никогда не бывает лишней, ты знаешь. Вечерний Бейрут. Тоже прикольный должен быть. Сейчас посмотрим все. Пойдем на набережную, погуляем там. Потом пойдем куда-нибудь поедим. И посмотрим ночной Бейрут. Жарковато. Там дальше, говорю, нет ничего, что ли? Не знаю. Да нет, вряд ли нет. Пойдем. Чтобы никто не нажал на газ. Еще, мне кажется, вот там есть вдоль. А еще, мне кажется, вот здесь, там как-то
сигналами, хорошо. Идем до туда, посмотрим. Так вот, тот ресторан вон он там на углу. Вот он, Норвик, и вон тот ресторан. Ну, пойдем, найдем вас. Дальше он тот ресторан это. Здорово. Заводить не будем. А? Но собаку мы не будем заводить. Нет, не будем заводить собаку. Это однозначно. Мы уже завели кошку, все. Мы хотели какое-то животное. Мы какое-то животное завели. Собаку. Я не буду гулять с собакой. Только если у нас будет свой дом в Америке. Как Соня говорит, я вот вырасту, и заведу себе, я уже сказала, вырастешь. Я говорю, ты можешь хоть кого себе завести. Съедешь от нас. Собаку, кошку. Что какую-то. И все, все. Как и в России, либо они не дураки половить рыбу. Пацаны гоняют футбол. Может быть, кто-то из них будущий Зидан? Вот он. И гол! Гол, гол. Нет, такой хоккей нам не нужен. Очень много рыбаков. Орехи. Пахнет вкусно, но нет. Я
пойдем в сторону. Там где-то есть проход. Да? Ну там? Ну да. Интересно, горелка здесь зачем? Приготовить еду. Или взорвать пеленя автомобиль. Так вот люди что-то интересненько там сидят. Ну да. Это под покровом ночи баб своих выбирают. Чувак прямо себе всего сфотографировал. Кого? Себя. Всего-всего? Это я проехал. Как он охуенно едет, как он охуенно встал. Какой он вообще просто охуенно. Сам по себе. Не знаю, может у него популярный инстаграм. Ну да. Как охуеет. Я проехал первые 20 метров, и я охуел. Вот что-то. Ну как, вы видите, какой-то эффект у меня уже? Нет пока? А я вижу, потому что я охуенен. Колонии, ну, да. Я думаю, они бы были такие же, как эти египтяне. Угу. Но еще как-то чуть-чуть что-то чувствуется. Не, ну Франция тут явно нормально несла. Угу. Ну, ты знаешь, как Британия в свое время в Азию. Угу. Потому что иначе там, если бы Британия не держала Шанхай и Гонконг, то вообще. Там пойти, какая разница? Ёб твою мать, да фоткался, долбоёб, блядь. Это был охуенный кадр. Он просто в толпу врезался, да? Нет, он просто он ехал, блядь, ну, долбоёб. И в толпу врезался. Он не врезался, он просто что-то там заебанил, короче, и приебался. Ну что, переходить-то будем? Страшный свет. Мы стоим прямо на пешеходном переходе, и вот здесь паркуется машина. Ну, то есть, нет, она паркуется здесь. Ну, зебра-то, вот она. Вот, поэтому мы сейчас пойдем, вот как мы должны тут идти, мне непонятно вообще-то, да? Вот, ну, видимо, это в порядке вещей такая хрень. Зебра, вот она. Не знаю. Пошли, пошли, пошли. Европейским мозгам непонятно, да? Да.
Все очень странно. Но ему стало стыдно, и он уехал, перепарковался. Думаю, что за ебаный стоп-хам? Че? Думаю, наверное, что за ебаный стоп-хам тут приехал к нам. Иннокентий. Часов 30 минут в Бейруте. С вами диджей Андрей. Прямой репортаж с улиц Бейрута. Сегодня прекрасная погода. Немножко становится прохладно, но не слишком. Люди гуляют. Некоторые даже позволяют оголять свои ноги. И я наелся. Стой. Пойдем. Чего
человек противоречия. Стой, у нас красный, пойдем. Что дальше? Внутри маленькую пальму выращиваю. Да, удивительно. Мы приедем через несколько лет, она уже будет большая. Конечно. И студию 54 еще не снесут. Потому что они будут бороться за нее. Мне кажется, у них нет денег на то, чтобы снести. Как вариант. А потом вдруг придет какой-нибудь богатый инвестор и отстроит там крутой клуб. Ну да. И у Ливана будет новый виток. Новый виктюк? Виктюк. Жопа. Виктюк. О, Starbucks. О, Starbucks. Эта фраза многих подвергает в шок, но... Starbucks есть там, где есть цивилизация. Конечно. Цивилизация приходит вместе со Starbucks. Вот почему Санчевский никогда не будет Starbucks. Да более того, Starbucks нигде нет за пределами Москвы. О. Да, в Питере есть, вру. По дороге. Но как только выезжаешь, Пушкина есть и все. Это грандиозное достижение. Абсолютно. Я предлагаю зайти и взять кофе to go. Бросаем этот мир пластиковыми стаканчиками, да? Да. Нахуй засрем эту цивилизацию. Смотри, какая прикольная статуя. Да, прикольно. Мы все равно все скоро умрем, да? Да. Сдохнем нахуй. Ну, с кофе. Да? Между прочим, нельзя с животными. Куда она меня потащила? Алло. Кружит уже миллион. Ну и нахуй моя не нужна. Она все равно беспонтовая. То есть не будешь с ней пить. Потому что не пьешь себе кружек. Мы уже купили кружку такую, блядь. Бутылку, блядь, такую мы купили. И... Хай. Налей в пластиковый стаканчик и успокойся. Да ладно. Что ты будешь? Я буду кофе и шоколад. Капучино моментально, конечно. Да. One grande capuccino, almond milk, do you have? Yeah, and for me, flat white on almond. Flat. Ты мне с миндалем заказывал? Конечно, обязательно. And cake, muffin and water. If you want, we have a special offer. I saw you looking at the box. Today only we made... No. No. In... Как сказать, в каждый. Каждый. Try the last one. Да, good luck. Huh? The flat white is with regular milk or also almond? Almond. Every country we buy this cup and in fresh. Ah, what about pay? And I will pay by card. $7,500. Card? Card. Top. I don't think. Okay. The men are the left.
Лебанис Ира или Ослон? А, Лебанис. Лебанис. Так, есть. Да, сейчас. Да, да, это самое сложное. Так, есть, сейчас. Окей. Hi, lady. Hi. Really? Then I smoke. Then I smoke. Then I smoke a size. Small, medium, large. Then. I the small. Ella medium. I the medium. Ella. I smoke or black the ice. Not as old. And as old. Так, выстрел. Что не он? Вам это фан. Шипли. Вах, мол, вах, миди, вах, да? Да. Да. Нен миди, нормально. Окей. Ice cube? Это не тебе. Ice cube? Ну, мокка, макара. Это не тебе. Just me. Это не тебе. Это не тебе. Что там я знаю? Ты говорил, что шоколад у карамель? Шоколад. Ты не нравишься шоколад? Марки. Карамель шоколад. А где я, да? This is for you, sir. Thank you. Okay, thank you. Have a good day. Это капучино? The cappuccino and the flat white. Okay, thank you. Enjoy. Thank you. Это